Вот. Пока из таких явных трансферов это то, что у нас уходит Мевля. Пора? Да, я думаю, пора. Он отдал все, что можно нашему клубу. Скажем ему спасибо и хорошей карьеры. Он настолько отдал все, что можно нашему клубу, что наш клуб еще должен остается ему. Там как-то я так понимаю, что они с ним договорятся хотят, да, что-то выплатить ему, скорее, какую-то компенсацию. Это вообще бред какой-то. Ругались на трансферную политику клуба, когда покупали за огромные деньги футболистов и отдавали их бесплатно. А теперь берем бесплатно, ну, да, а потом приплачиваем, чтобы шел. Ну, что за бред? Мевля минус, насколько я понимаю, набил оскомину уже этот Пеняев. Уже, мне кажется, с каждого утюга про этого Пеняева говорят. Вот он к нам переходит, то он потом не переходит. Он вообще нужен нам, как считаете? Пеняева может просто не хватить, никуда его приткнуть.